Сегодня в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Свои обязанности выполняют 55 тысяч уполномоченных по всей стране. Каждое второе преступление раскрывается при содействии участкового инспектора. Отряды участковых были сформированы еще в 1923 году, именно 17 ноября. С тех пор в этот день ежегодно отмечают особо отличившихся сотрудников и чествуют ветеранов. О работе якутских инспекторов нашему телеканалу рассказал министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко. На сегодняшний день я хочу сказать, что участковый уполномоченный полиции – это, можно так выразиться, универсальный солдат. Это связующее звено между населением и органами внутренних дел. По работе участкового судят в первую очередь наши горожане, потому что они по всем вопросам напрямую обращается к участковому уполномоченному полиции. Сегодня большая нагрузка на участковых уполномоченных полиции. Мы помогаем другими службами, проводим оперативно-профилактические мероприятия. Вот в этом году мы дважды проводили операцию «Быт», которая дала свои результаты. У нас произошло снижение тяжких составов против личности, уменьшились преступления на бытовой почве, больше раскрыли краж квалифицированных. Это только с помощью проведения таких операций.